Поздравляю вас с Днем военно-воздушных сил и Днем воздушного флота! Ура! 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 День военно-воздушных сил и День воздушного флота – одни из самых важных праздников для чкаловских летчиков. На Щелковской земле с 1932 года действует военный аэродром. Славные традиции первых русских авиаторов продолжают летчики 8-й авиационной дивизии особого назначения. В 109-ю годовщину создания ВВС летчиков поздравил глава городского округа. День военно-воздушных сил – особо значимый праздник для нашего округа, потому что большинство семей Чкаловского, Бахчеванжи, Монина неразрывно связано с этим отважным делом, с этой профессией. Если вспомнить историю, то именно с этого аэродрома, с нашего с вами аэродрома, в 1937 году, в июне месяце, Чкалов совершил беспрецедентный перелет в Ванкувер. Это более 9 тысяч километров мужественного, смелого, уверенного полета. Тот, который действительно является духом каждого авиатора. Вы продолжаете наследие наших героев. Я хотел бы пожелать доброго здоровья нашим ветеранам. Они по-прежнему в строю. Чеканя шаг, более 300 военнослужащих частей Чкаловского гарнизона приветствовали ветеранов. С теми, кто защищал небо Родины, глава возложил цветы к памятнику, отдавшим жизнь нашу советскую Родину. Военнослужащих частей Чкаловского гарнизона приветствовали зрители. Многие привели с собой детей. У нас в семье отец и тесть всю жизнь отдали авиации. С детства отмечали этот праздник каждый год и стараемся детей приобщать к этому празднику тоже. День ВВС и День воздушного флота отмечали и на Чкаловском аэродроме. Чтобы попасть на праздник, гости регистрировались заранее, а посмотреть было на что. Здесь вся дивизия особого назначения и почетные гости. Дело в том, что поселок Чкаловский и у Вечного огня не вмещает всех желающих. А здесь столько детей, столько взрослых. Все аплодируют и машут военнослужащим чкаловским летчикам. Восьмая авиадивизия участвует в операциях в Сирии, оказывает помощь в ликвидации последствий стихийных бедствий. Отличившимся офицерам вручили медали за воинскую доблесть и благодарственные письма от главы округа. В праздничном параде принял участие весь личный состав дивизии. Всех поздравить и побывать, разделить такую радость. Понравилось? Очень все красиво. Командир дивизии показал главе самолет российского министра обороны. Раз в году гостям разрешают поближе осмотреть действующий парк авиатехники, а при желании сесть за штурвал самолета. Михаил Налетов, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.